Добрый вечер. Тема сегодня красота. Для меня красота в том числе это и сильные эмоции, поэтому я буду читать ее в эмоциях. Это оказаться эпицентром вселенского ПМС. Все не так, все не то, мир угрюм и зол. Это твои связи, обкуренные МЧС и любимые, тобой брошенные на произвол. Это безнадега, такая, что въелась в суть. Не сморгнуть, не пернуть, не продохнуть. Остается кричать из последних сил, ненавидя себя за слабость и из могил восставших скелетов, которые сотни рук обласкают так, что не надо ни юг, ни мук. Это ущипив пальцев искать рассвет, истерично метаться, межда и нет, не суметь свернуть горы, небрежно махнув рукой, и упасть в текучий болотный сон, не знающий про покой. Просыпаться с угрюмым решением, все простить и бросить, и прямо сейчас отбыть в город, где можно теряться среди домов, сплетать узоры из улиц и облаков. Не пуская стрелы, метеориты, слов, вязи песен, в пряный ночной покров раствориться в Монмартре, стать одним из его волков. И почти сумасшедший, забродивший вот в этом всем, ты в последний раз открываешь имейл, а там, а в нем, пара строк от друга, который, конечно, причина всего вокруг. Я тут ночью подумала, что надо в Париж. Браво, друг.